Батюшки, кто там приехал? Кто там приехал? Ой, ой, понаехали! Ой, понаехали беззубые! Здорово! Здорово! Илья, ты здесь? Кто? Илья, ты здесь? Да Ильи-то нету пока! Да Ильи-то нету пока! Ты мой сладкий! Ты мой сладкий! Ой, ой, батюшки! Счастье-то, счастье-то! Счастье. Он, наверное, просто уехал куда-то в магазин. Здорово. Здравствуй, любимый. Да, Марусенька, наверное, уехал куда-то. Нет, ну мамы нету, никого нету. Ну, может, приедут, может, еще не приехали просто. Просто завтра-то жарко. Бассейн наливать будем? Да, будем наливать. Все заново, поехали. С форточкой. Со входом, слушай, как клево. А где грядки? А грядки нам не подошли по размеру. Я отказалась, нет, и сказали, что заменят. Дверь не на ту сторону, на другую сторону дверей нет. Вот тут Женя будет жить. С папой. С папой. Поставим диванчик. Ну, вид такой прочный. По высоте проходишь? Как? Класс. Открывается дверь? Открывается, все открывается. Нет, до конца. Нет, не до конца открывается. Иначе здесь очень много места занято. А здесь у нас водопровод, и с тачкой не пройти. Она там приоткрывается, поэтому нам придется самим взять и установить длинные крючки. Вот, вот, видишь, как открывается? Ну, это приспособимся. Ну, это да. А чтобы больше открывалось, нужен длинный крючок. Женя, тю-тю, Женя, Женя. Что, иди сюда, иди, лапами роет. Иди сюда, иди, Женя. Иди сюда скорее, выходи. Вот мой сладкий. Ой, потерялась, потерялась. Потерялась собака, потерялась. Марья, с приездом тебя, беззубик мой сладкий. Спасибо. Беззубик, сейчас обедать будешь. Суп вон на. Бери, мама, относи. Мама, на кухню. Что? Чего? Я что-то тоже не понимаю. Чего? Чего эти на втором этаже? Кто эти на втором этаже? Ой. Будет все. Отнеси игрушки там на втором этаже. Мы с тобой игрушки привезли. Которые она давно хотела. Такая беззубая. Она сейчас на вампира похожа. Вот эти вот два. Она похожа, когда вот у них у всех выпадают вот эти зубы. Да, да, да. Ну, Алла, ну за месяц, за сентябрь потерять 4 зуба, это просто вообще, я не понимаю, как такое возможно. Раз, два, три, 4. Да, 4 зуба потеряла. Офигеть вообще. Артистка. Там хоть лезут зубы-то. А впереди вот этот один, можешь посмотреть, большой лезет, такой да? Хороший, да. Ой, какой красивый, правда. Почему? Это Аквадосия. Это автоматический полив. Это в коробке было? Да. И плюс 2 автомата. Хорошо. Хорошо. Господи, Вячеслав, я не знаю, низкий поклон. Просто вот низкий поклон. Три на четыре теплицу. Вот эту, бастион премиум, только 3 на 4 у Светика. Мама дорогая. Вот это да. Вот это да. Я даже не знаю, вы знаете, вот я говорю, вот низкий поклон и такая благодарность. Боже мой. Боже мой, вот это да. У меня даже слов нет, Алла, у меня просто слов нет, я не знаю, что. Да, там даже люди написали, добро возвращается. Это адресная помощь, то, о чем я говорила. Вот эти все фонды, я не знаю, куда идут деньги. А здесь вот именно этому человеку. Видимо,
Боже мой, спасибо большое. Муж говорит, да подожди, может, говорит, откажется. Борис говорит, он тоже не верит. Света откажется. Это что, это жалко. Это жалко, это не жалко будет. Передай другому, да, точно. Может быть, кто подхватит этот челлендж. Это же челлендж получается. Вот это да. Спасибо вам огромное. Господи, ну, добрые дела должны возвращаться обязательно. А где мордатый? Мордатый плавает. Что? Место мое заняли. Кто? Ну, там мордатый. Где, а? Ясно. Я полдевятого тут пошел. Понятно. А я в полдевятого, наверное, проснулась. Да, ты в полдевятого проснулась. Ну что, мордатого не поймал? Ты завтрак заслужил сегодня я или нет? Я мордатую верхоплавку поймал, знаешь. А где она? Съел, что ли? Съел, да. Ну, молодец. Что ты сказал внучке? Что такое, открываешь? Ага. Ну, давай открываю. А представляете, что он сказал? Открыл дверь в ванную, Маша зубы чистит. А он и говорит, ну что, чистишь оставшиеся зубы? Ой, добрый дедушка какой, а? Ну что такое-то? Удочку запутал опять. Что ты хочешь сказать, что надо распутывать? Да не, я обрезываю все. Надо все по новой делать. Сделаем в течение дня. Не клевал сегодня. Сколько поймал? Не сколько? Верхоплавку одну. А что такое верхоплавка? Вот это вот водомерка, что ли? Маленькая такая вот рыбка. Нет, они такие узенькие рыбки, да? Да. Мама дорогая, зубастый, клыкастый, вот это да. О, Женька, вампир, 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 ой, ужас какой. А я его прислуга вампира. Прислуга вампира. Доброе утро, хорошие мои, доброе утро. Доброе утро, страна, доброе утро, зарубежье. Мы сейчас созвонились со Светой и идем сообщать Светочке новость. Света теплицу еще не видела, сейчас... Здравствуйте. А я думаю, это Маша идет, хотел сказать, школьникам привет. Светочка, Машу мы приведем. Вчера на канале много было всего. Говорили, что я тебя снимала без твоего ведома. И что я привела сюда людей смотреть твой парник без ведома. А что ты такие глаза удивленные делаешь? Вот, пожалуйста. Удивлена. Вот так, Свет. Ну, люди разные, но больше хороших. Свет, мы к тебе пришли с тремя новостями, Свет. Так, слушай, ты мне вчера что звонила? Что-нибудь срочное было? Люк, потому что у меня телефон на зарядке стоял, а я Свет, там сидела. Свет, срочное, но спокойно. Значит так, Свет, для тебя есть три хороших новости. Так, что ты? Да. Туда пойдем? Начинается плохой. А плохих нет, три хороших. Все хорошие. Все. Все хорошие, но очень неожиданные, понимаешь? Проходим тогда. Тогда проходим. Пупсик сладкий, привет. Что? Боюсь, скажи, я боюсь, а вы новые. На другой стул перелез, а это мы да, взяли. Прижился, ну, мама да? Рассказала, вот так усенького взяли-то, ну, прям, ну, жалко мне. Рыжий. Мама у него не путевая, она троих увела, одного оставила. Понятно. Если ты разрешишь потом, мы это выложим на канал, потому что там эйфория просто была у людей. Если разрешишь, вот... Если нет, то нет. Если нет, то нет. Если ты скажешь нет, то нет. Ну, хорошо, хорошо, давай, начинай. Так, первое, Свет. Начинаем с чего? Мы вчера включили донат. Это тебе люди прислали деньги на донат. Не понял. Есть такое донат, когда прямая трансляция. Люди на карту могут сбросить деньги. И специально для Светы... По собственному желанию. По собственному желанию люди сбросили деньги. Это раз. Перед трансляцией позвонил представитель завода и сказал, мы решили Свете поменять торцы и сделать их правильно. Вот этот мальчик, который все рассказывал про теплицу, который приходил и рассказывал. Вот, и закрыть снизу теплицу. Ну вот, откопать ее и закрыть так, как положено. Потом была трансляция, ребята об этом узнали, все радовались, все хорошо. Потом раздался звонок, и он сказал, он говорит, от завода для Светы мы поставим новую теплицу бесплатно 3 на 4. Совсем новую, а эту на помойку. Такая же, как вот у нас. Это от завода тебе подарок. Они приедут поставить тебя во вторник. Ты согласна? Для меня тебе вообще неожиданно. Жар бросил от этого, я вообще не понимаю. Он смотрел трансляцию, он видел все сообщения, как там все радовались, как все кричали, говорили, боже мой, спасибо большое заводу, что заменят торцы. Ну, они знали уже. Ты не знал, потому что было поздно.
И потом он перезвонил и вот так и сказал. Ну, мы, конечно, были в шоке, просто в шоке. Они приедут в понедельник или во вторник и будут ставить тебе новую теплицу. Ну, ты согласна или нет? Решение наше. Новое, с новым поликарбонатом. Эту можно снести, можно ее оставить и где-то рядом поставить, как угодно. Да. Такая, как у нас. Вообще не понятно. С дверями, свет, все как положено. Там, наверное. Такое бывает в жизни, как ты считаешь? Не знаю. Не знаю. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Ну, как? Ой, я в шоке. Я в шоке. Я не знаю, ты согласна или нет, но они уже ее привезут. Он уже все сказал. Они ее везут, они ее тебе будут ставить. Ну, это, я понимаю, так что это как их, у них будет как бы реклама, да, что ли? Нет. Нет? Это благотворительная акция от завода и все. Ой. Сейчас, ты понимаешь, моя, да что ты улыбаешься? Улыбается, сидит. Вы вчера в шоке были сами. Ну, а сейчас мы идем со Светочкой ко мне на территорию. Света хочет посмотреть парник. Ты уже что-то делаешь, а мы идем теплицу смотреть. Ах ты мой золотой, урожай. Урожай собирает. Борь, не в службу, а в дружбу. Положи, пожалуйста, на стол. А то мы тепличку идем смотреть. А это кто у нас так пойдем. Ходит? Это у нас так лесенка. Лесенка. Кто-то прибежал ко мне. Моя девочка прибежала. Девочка моя хорошая прибежала. Девчонка моя. Светочка посмотрела парник. И очень он ей понравился. Говорит, такой высокий, просторный, светлый. Много места, теплый. Вот в парнике она сказала, Люб, конечно же, он мне нравится. Конечно, я очень рада. Я тоже очень рада за Свету. Большое спасибо представителям завода за такой подарок для Светы. Ну а теперь будем ждать, когда будет монтаж нового парника на участке Светы. А сейчас уже наступил вечер. Алочка уложила Машу спать, ну и нам всем нужно идти отдыхать. Вот такой сегодня был день. А на этом все, мои хорошие. Всем-всем спокойной ночи. И всем-всем завтра. Доброго, хорошего утра. Завтра будет новый день. И будет новый влог. Всем пока-пока.